Тариф «Регион 2015» – это всероссийский проект. Он посвящен интернет-отрасли и новой цифровой экономике. Акценты этого года – интернет-коммуникации, IT-бизнес, интернет-предпринимательство, цифровые технологии, электронная коммерция и другие. Интернет-отрасль в нашей стране продолжает активно развиваться, отметили на форуме. Количество пользователей сети уже преодолело отметку в 80 миллионов человек. Роль интернета возрастает не только в общественной, но и экономической жизни страны. Это среда для развития и предоставления целого ряда услуг и продуктов. И согласно дорожной карте, к 2018 году отношение темпа роста IT-отрасли к темпу роста ВВП должно вырасти в 3 раза. Сегодня в России есть все предпосылки для развития независимо от внешних воздействий конкурентоспособной в мировом масштабе интернет-экономики. Только благодаря развитию и внедрению новых технологий мы сможем сделать так, что в России экономический рост будет возможен не только благодаря нефти, газу и других традиционных вещей, а благодаря тому, что есть люди, которые умеют создавать своими руками интеллектуальный продукт. Интернет сегодня – это единственная отрасль экономики, которая даже в кризис сохраняет положительную динамику развития. Также в ходе форума говорили и о проблемах в защите персональных данных, правоприменении антипиратского закона и в целом о безопасности в сети. Напомню, конференция «РИФ Регион» – это всероссийский проект. Проблемы Рунета в этом году уже обсуждали в Ростове-на-Дону, Челябинске, Санкт-Петербурге, Воронеже и других городах. В списке принимающих конференцию до конца года – Смоленск, Екатеринбург, Курск и Владивосток.